Стройчас. Основные вопросы заседания – социальная инфраструктура. В настоящий момент строятся медицинские объекты, сразу несколько детских садов и школ. Готовится к вводу в эксплуатацию новое образовательное учреждение в деревне Боброво на 1375 мест. Открытие школы запланировано к новому учебному году. Также на данной территории рассматривается вопрос строительства новой дороги. Северный выезд из Боброва, как и договаривались, мы от застройщика получили координирование вот этого полосы, которая необходима, направили в комитет лесного хозяйства, срок рассмотрения у них есть. Как только получаем обратную связь, понимаем перспективу. Зашла речь и о возведении многоуровневых паркингов в новых микрорайонах. Из-за нехватки парковочных мест владельцы машин вынуждены оставлять свои автомобили где попало. У меня в день приходит где-то порядка 120-130 обращений по парковке на газонах. Острая необходимость в многоуровневом паркинге возникла сейчас в Дрожжино-1, где у застройщика такой объект значится в контракте. Я могу фиксировать в протоколе отказ ГК ПИК строить этот паркинг или нет? Просто если это да, мы фиксируем и направляем Минжилполитике. И на этом вся история просто закончится. Вот я серьезно говорю. Жесткая позиция муниципальных властей в отношении застройщиков обусловлена задачей обеспечения комфортных условий для жителей. Кроме того, Сергей Гаврилов обратил внимание всех компаний, что строительные площадки и прилегающие к ним территории должны поддерживаться в удовлетворительном санитарном состоянии. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.